да, решили не идти в эти пещеры, не знаю, дорогу. Вот идем, идем, но очень красиво. И такой вид, что аж дух захватывает. Особенно мне нравится вот эта вот беседка, горы, поля на горах, очень красиво. Решили не идти в пещеры, потому что сильно не знаем дороги. И мне кажется, дождик скоро начнется, и мы промокнем. А у нас сегодня большие планы. Ждут обезьяны и крокодилы.